Здравствуйте. Итак, Маша Шарапова вернулась в тур. И вернулась довольно-таки удачно. Начала она это с турнира в Штутгарте, который предоставил ей вайлдкард. В первом круге ее соперницей была Роберта Винчи, которую Маша уже обыгрывала 2 раза. Начало встречи было очень неудачным для Маши. Она проиграла свою подачу, допускала очень много невынужденных ошибок. Но потом собралась и выиграла первый сет 7-5, и потом во втором сете обыграла, вернее, выиграла 6-3 и оформила первую победу в Штутгарте, с чем я поздравляю фанатов Маши. И еще одна новость. Серена Уильямс беременна. Ей 35 лет, она не выступает с января этого года. И самая абсурдная ситуация в том, что она стала в понедельник вновь первой ракеткой мира. Беременная, не выступает полгода и стала первой ракеткой мира. Это большой теннис, мои маленькие друзья. Всем пока!